точно все знают, даже я. Какой? А давайте споем песню. Чудяки, чудо, пароход. А, ух ты. Поёте? А если хотите, попробуем? Да. Чё? Давай? Давай. На сугробе мужчины, а на волю все нет ни души.
твои глаза. Это был Юрий Висбор, Советский Союз. Словно в ночи луна, словно в году весна, шум по степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой. Чтобы гореть в метель, чтобы стелить в постель, чтобы качать с ног, уголы белый год. Вот поворот такой, где боится рекой. Можешь отнять спокой, можешь махнуть рукой, можешь отнять. Связано и западный шаманизм как-то вот это да, пересечение много как бы и да есть конечно ну в двух словах меня зовут Артур Владимирович Тихонов я председатель религиозной шаманской организации города Кастрюс являюсь представителем помощи данной России ну и вот помогает мне визуализировать это на научно-методический шаманский центр здесь мы включаем воздействие шаманской энергетики шаманские шаманские практики на кто-то приходит, уходит, но потом большой. Вот. Есть разные шаманы, разных персональностей, разных вероисповеданий тоже. Вот. И шаманизм, как является же колыбелью всех религий, поэтому мы. Сегодня здесь все собрались, независимо от национальности, места проживания и профессиональных возможностей. Занимаемся одним большим делом, почитаем предков, молимся своим предкам, пытаемся сохранить и восстановить род человеческий, ну и научиться взаимодействовать с нашим окружающим миром. С ближайшим, да, это наши семьи, дети, родители, окружающая нас природа, ну и ближний, дальний космос, так сказать. Все рядом. Да, все рядом. Ну, у нас же так, ну, человеческий организм так устроен, как космос. И поэтому мы на сегодняшний момент, каждый из нас является Вселенной. Поэтому если мы к этому так не относиться, то уже, в принципе, все становится понятно. Потому что если мы будем все смотреть, как на букашек или микробов, соответственно, все будет. Если мы всегда на каждого смотреть, что мы Вселенная, тогда нам будет интересно жить и все познавать. Вот, и поговорив с Риной, у нас возникла такая интересная вещь. Мы, шаманы, когда работаем, когда молимся, есть такая вещь, у нас бескрайне безграничное количество энергии, которую мы должны отдавать людям, и мы являемся неким посредником живыми, людьми и богами. И вот, обращая внимание на те или иные профессии, на тех или иных людей, наша энергия туда как бы затекает. Ну и, соответственно, как для дерева, вода и минеральные вещества, мы даем жизнь. То есть, вот, допустим, пришел к нам певец, попросил помочь, мы помолились, и он стал востребован. Пришли к нам токари, мы помолились, и у токаря появилась работа. И токарям привезли металл, наконец. Да, привезли металл, пришли ребята молодые, с техникой мы сказали, мы хотим, как вы, так же работаете, будет замечательно. То есть, когда мы пришли... Звезды сошлись? Ну, конечно, да, мы с диспетчером, да, соединяем стрелки, и поезд пошел туда, куда надо. Вот,
у меня, конечно, возьму по идее, есть такое понятие под темп поколения. То есть вот современное общество, современные люди, в 90-е годы очень сильно все утратили. И поэтому я, допустим, 73-го года рождения, мне 48 лет, и я застал там крайне все, и банк, и эти все стройки, и тот же вещи, и поколение работали, как люди на идее построили великого коммунизма. Жалеют свое здоровье, выполняют определенные задачи. И, конечно, наша великая большая страна под названием Советский Союз, которая сделала все такие мощные вещи и выдержала Великую Отечественную войну, и сохранила народы, культуру и традиции. И, конечно же, все это было, так скажем, с большим очень интересным девизом, да, с песней по жизни. Ну и как вот никто другой, да, как вот вы, представители бардовской и авторской песни, являлись таким неким путеводным звездой, соратником и садись в этом развитии. Тот же самый банк, Терена, Кадром, все строилось. Да, ты все строилось с гитарой и с песней по жизни. Да, да, да. Да, и поэтому, чтобы передать этот дух, чтобы вот наше молодое поколение соприкоснулось с этими вещами, живые, мы как вот решили сделать такую небольшую встречу, чаепитие, познакомиться, пообщаться, послушать. Потому что вот как раз, как не кстати, да, я вот буквально два дня назад меня очень сильно возмутило поступку молодого парня 15-летнего. Вы меня слышали, да? В городе Владивостоке он залез на памятник Высоцкому. То ли исправил нужду, то ли не говорил, не попал. Ну, в общем, не совсем красивый, правильный вообще, когда человек вообще не понимает. Это современное наше поколение, которому сейчас мы должны передать нашу великую страну, нашу державу, нашу доверить жизнь в будущем, потому что у нас у шаманов есть понятие реинкарнация, да, перерождение душ на земле в человеческие тела. Ну и мне хочется нормально тела прийти сюда, а не так непонятно. Да. Ну, соответственно, мы должны это все продолжить, передать это все в наших детях, поколениях. Поэтому сегодня вот такой небольшой тандем поколения, которые люди прожили, поняли и видели, как самоотверженно, не жалея себя, мы делали, строили большую нашу великую страну. Ну и мы эти традиции сохраняемся, оплачиваем и пытаемся сделать так, чтобы наша страна была опять сильная, красивая, серьезная и надежная. Поэтому будет небольшой сделан фильм, мы назовем его «Шаманы идут с песней по жизни». Ну, соответственно, это будет понятно для всех. Так что очень рад знакомству, очень рад, что вы отказали, приехали. И как вы считаете, как мы как массовые проходим, мы не понимаем, мы просто слушаем. Нет, это самый правильный формат, к сожалению, вот не все у нас внутри.